она не скажет никому. Ни мужу, детям, ни подругам. Как вспоминает ту весну и как скучает по тем звукам. Когда в концертном зале пол скрипел при каждом ее шаге. Когда, споткнувшись о подол, чуть не упала в полумраке. Как незнакомец подхватил: «Мадам, прошу вас осторожней». Он был галантен и так мил, и что-то ёкнуло под кожей. А после вечер под луной, бургундское вино, омары, крабы. О, если б не была она женой, и матерью бы не была бы. Она б за ним на край земли, через тернии ветров пощечин, по битому стеклу в крови, сквозь ледяные ночи у обочин. Он ей напомнил вдруг о том, что среди ссор, упреков мужа, могут глаза пылать огнем, даже когда на сердце стужа. Ах, как он на нее смотрел, как комплименты сыпал с горкой. Он на нее дышать не смел от восхищения и восторга. Они расстались на заре, без лишних слов, все понимая. Он положил ей в портмоне свою визитку с номерами. Ах, сколько раз ее рука те цифры в мыслях набирала, но не получил звонка, она их также мысленно стирала.